С 2005 года каждое третье воскресенье ноября во всем мире чтут память погибших в ДТП. Ежегодно более миллиона человек погибают на дорогах. В Чувашии за последние 10 месяцев в авариях погибли 174 человека. Чаще всего жертвами автокатастроф становятся молодые люди 18-35 лет. 200 бумажных ангелочков и журавликов ученики Чебоксарской школы номер 2 вручили пешеходам и водителям с напоминанием о простых правилах дорожного движения. На флешмобе «Нет жертвам на дороге» ребята призывали всех участников движения быть внимательнее, переходить дорогу только в положенном месте, всегда пристегиваться и не превышать скорость. 12 ангелов остались и на местах аварии, в которых в этом году погибли дети по всей Чувашии. В столице республики появилось и памятное дерево, около которого разбились молодые люди на мотоцикле. Владельцы железных коней завязали белые ленточки, чтобы те, кто любит давить на газ, задумались. В церквях и храмах республики прошли поминальные службы погибших на дорогах. Священнослужитель Новочебоксарского храма Николая Чудотворца окропил самый опасный перекресток нашей столицы – пересечение улицы композиторов Воробьевых и Президентского бульвара. Но все эти акции и флешмобы не дадут результата, если каждый из нас не будет бдительным и внимательным на дорогах.